Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Game. С вами я, Скиф, мы продолжаем играть. Что за звук? В Don't Starve царство... О, какое царство гигантов? Hero in the Dark, в общем, глобальную модификацию. И кто-то тут непонятно издает какой-то очень страшный звук. Что-то мне это совсем не нравится. Это явно не so good. Где выход? Я рядом с выходом. Воу. Так, кто эти звуки издает? Ну, в любом случае, пока мы находимся возле вот этого странного типа, он у нас способен забирать какие-то блестящие предметы у нас и взамен давать что-то хорошее, вроде как. Давайте найдем какой-нибудь блестящий предмет. Может, ты? Нет. А что за блестящее? Так, может, просто одного? Нет. Хорошо, не хочешь гриб? Да. Он просто какой-то странный звук, который немножечко напрягает. Ну, алмазы он точно, я так понял, с радостью возьмет, но больше ничего не вижу. Ладно. Давайте, наверное, убираться отсюда. Тут что-то какой-то звук совсем не очень. Или такой звук конкретно, когда я около демона стою. Ну-ка. Наверное, когда у демона стоит. Оу-оу-оу. Ну да. Довольно пугающий такой звук. Ладно, нам надо выбраться, в общем, наружу и заняться своей базой более-менее. Также мне подсказали, что там можно в подземелье гномов бить короля гномов, и тогда там будет все шоколадно. Но я думаю, мы к нему придем и завалим. Дойдет до этого. И к этому типу надо будет, к этому демоническому, да, сбегать и дать ему алмазов. Вообще у нас алмазов, по-моему, не так много, чтобы ими разбрасываться. Но посмотрим. Еще надо в пещеры гоблинов слазить. Дел по-прежнему просто дофигища. То есть вот эта модификация, она реально столько всего привносит, что это просто какой-то пипец. Так, а что у нас тут? Зима, что ли? Давайте оденемся соответствующе. Я уже и забыл, что тут снаружи происходит. У меня травы не очень. И где светляки? Ну да куда ты? Так. Давайте зарядим. Окей. Кстати, про бочки. Вот это вот молассес... Это, в общем-то, делается из 4 гранатов. Для этого надо находиться в подземелье гномов около этой бочки. Либо ее можно разобрать и где-то построить. Я, кстати, вот не пробовал это делать. Около себя, наверное, эту пивоварню сделать. И она вроде как голод восполняет, насколько я понял. Или что-то, или здоровье. Походу, здоровье, да? А что, я все выпил? Ром. У рома там разные эффекты есть. Есть рассудок восполнить, есть еще что-то. Но все они дают интоксикацию, это вот сюда вот. Слишком много мы их разных не выпьем. В общем-то, будет интоксикация. Да, походу мы одну эту выпили. И все. Понятно. Здоровица восполнили слегка. Ну, травы нормально. Остальное насобираем по дороге где-нибудь. О, ветка. Че, мимо веток бегу. 13-й, не так далеко до 14-го левела.
Это не может не радовать. О, кстати, вот эти все ветки стоит собрать определенно. И нам надо добежать уже и что-то приготовить поесть определенно. Так, а ладно, думаю, всего хватает. Блин, да я не могу пробежать мимо этих веток. Что за подстава? Летучие мыши. Ну бы их нафиг. Пингвины в спячке. В общем, весело тут, как всегда. Но, тем не менее, бежим на базу. Будем все это распихивать, будем готовить. Пора бы уже наконец-то алхимический стол сделать. Для этого будем бороться с деревьями. И вообще, я еще до сих пор не всю карту исследовал. Здесь вот пробел, здесь. Да, тут на поверхности дел масса. Будем этими делами заниматься. Потихоньку. Так. Ночь какая долгая, а? Зима, что ли, в разгаре? Да, тут светляков. Оу, пингвины. Что вы меня так пугаете? Так, давайте теплую шапку оденем. Ну или по ходу дела к весне. А где весна, там потом и лето. Поэтому надо еще и к лету готовиться. Да. Это будет занятно, блин. Столько всяких дел. Как-то это надо сделать так, чтобы все успеть. Это непросто. Вот и ему хорошо. Лежит себе король свиней. Какую-нибудь фигню принесут, дадут, он радуется, золотом раскидывается. Не дадут, он пофиг, лежит себе дальше, ждет, пока дадут. Ой, так, что-то тут у нас топливо наплодил. Давайте используем. Так, тут уже мясо портится, у меня аж мясо было, оказывается, ё-моё. Давайте еще сюда закинем. Так, дрожжи мне навряд ли пригодятся. Давайте такую похлебочку забубеним. Что тут у нас есть? Давайте оружие вот это скинем. Так, какие-то непонятные еще предметы. Ну, давайте огненную броню сюда. Где у меня еще под броню? По-моему. Так, тут бочки. Окей. Давайте вот этих бочек напихаем. Хорошо. Надо еще, походу, сундук. Вот что-то мне подсказывает. Давайте сделаем. Отлично. Так, броню пошла. О, дрожжи. Дрожжи надо было выложить. Броня, броня. Бочка еще одна не влезла. Броня, броня, броня. Ух ты ж. Да, у меня брони чересчур ж прям дофига. У меня уже этих сундуков, как у дурака фантиков. Так, это тоже. Хорошо. И давайте сделаем еще один сундук. Что прям уж все засундучить, по самой не балуйся. Так, ладно, это пока сюда скинем. Нет, ты иди сюда, куда-то. Это что у нас, сильвер? Пустой сумка. Дрожжи забрать. Так, у меня голод. Окей. Так, ну ладно. Вроде как бы более-менее распихали все. И столько сумок таскать, это жесть. Давайте скинем. Я оставлю себе две сумки.
Просто задерешься с кучей сумок, на самом деле. Это не столько удобно, сколько гемор. Так, это реген здоровья нам пригодится. На доску. На топливо. Ну и давайте посмотрим, какую нам броню и что взять. К примеру, давайте железную это заберем. Вот у нас комплект железной брони, пускай будет. И Steel Sword. Хорошо. Так, в общем-то, в целом, все пока что неплохо, да? Давайте еды наготовим и пойдем. Нам надо... Жутких деревьев много. И нам надо приличной еды, так. Блин, один котелок уже нифига не справляется. Надо бы пару. Куда еще только воткнуть его. Плюс у нас в Честере, он еще всякого дня есть, да? Он на лето у него есть. Надо только швейный набор сделать. Как мне уже не раз замечали. Ну ладно. Так, а вот Diamond у нас его всего 4. Что нифига немного. Так, надо эти уже скорее добить. Куски мяса. А, вот и ночь. Главное, что не полнолуние у нас там вот сбичевавшаяся хрюшка. Надо его убить. А то он доставит нам хлопот, я ж про него 100% забуду. Что он вообще существует, а он нам напакостит, если что. С него станется. Так. Цветок давайте возьмем. И это возьмем, лопату возьмем. Так, собачки, хорошо. На всякий летний комплект одежды выгрузить. Куда тебя слить? Так, гоблинов, скальп. Так, ладно, давайте сюда. И сюда. А, долбаные собаки. Так, что попало, жму. Окей. Выложим. Надо отойти. Хотя зима, вряд ли там какие-то прям жесткие. Хотя кто их знает. Давайте вот так вот разожжем. И оденемся соответствующе. Я бы от щита не отказался. От хорошего. Так, холодно. Все понятно. Я даже не знаю, нужен ли мне камень-грелка, в принципе, да? Так, что у нас выходит? Шарики мясные. Ну окей. Давайте соберем вот это мяско. Оно нам пригодится так или иначе. Хорошо. С мясом особых проблем нет теперь. Иди сюда, мясо. А клыки мы будем использовать где-нибудь на что-нибудь. Угу. Итак, что у нас по плану? По идее, тут разведку провести, да, по плану? Вот у нас до сих пор там не разведано все, что должно было быть разведано. Так, мои питомцы, погнали. Займемся немножко разведкой.
А то как-то даже не солидно, я бы сказал, до сих пор не знать, что у нас тут повсюду расположено. Ну и заодно раздолбим вот эти вот принадлежности, что тут стоят. Они нам там уже ни к чему совсем. Так, что тут? Тут ничего. Тут ничего, абсолютно. А, единственный нюанс, я отсюда все выложил. Ну, все. Так. Вот это все ломаем, конечно, нафиг оно нужно. Нет. Стоять. Хорошо. Так, ладно, кирку брать не буду, золото мы подобывать успеем, если что. Оно у нас под носом. Так, и мамонта я ловить сейчас не буду. У нас 89-й день. Отлично, все в этом плане. Вот эта вот фуфаечка очень крутая. Она прям тепла дофига дает. Что, конечно, не может не радовать. И что-то ничего стоящего, да, по-моему? Занятно. Или может быть тут что-то все-таки есть, ради чего бы стоило сюда ходить хотя бы иногда. Да, походу нет. Нам тут немножечко надо осмотреть, но в целом я думаю абсолютно бесполезное тут место, ну кроме тех золотых небольших скоплений, которые мы добудем довольно скоро. Ну, если золото понадобится, тогда и добудем. В принципе, не проблема. Ох ты, шахта. Это что за шахта? Так, давайте залезем. И глянем, что за шахта такая. Загрузка тут тоже довольно долгая. Это та же шахта или это новая шахта? Вот мне в чем интерес. Потому что это гораздо ближе, чем та. И загрузка тут, походу, еще дольше. Занятно. И это, походу, чем-то отличается от той шахты. Это была шахта орков, как-то так. Это, по всей видимости, что-то другое. А может, то же самое. Ну, сейчас в любом случае увидим, я думаю, наконец-то. Загрузка не может быть бесконечной. Или может. Опять какой-то чукча там делает. А, ничего, мне уже песня нравится. Это знаете, как висишь когда на линии там. Подождите, ваш звонок очень важен для нас. Прям важнее, чем вы, ваш... В общем, вы поняли. И пошла мелодия. Так, окей. О, это новая какая-то шахта. Занятно. И что, тут тоже есть гоблины? Или что это? Или это небольшой клочок? У меня сейчас перегреб довольно быстро будет, поэтому придется уматывать отсюда. Я хотя бы просто хочу оглядеться немножко, что же здесь да как. Огненный меч. Отлично. Хм, залезли на халяву. Огненный меч схватили. Нормально. Так. Далеко просто бы не убежать. А то фиг бы его знает, как тут дело пойдет. Если что, у меня броня с собой есть. Единственное, что огненную не брал. А тут бы она пригодилась. Ну, шахта рядом. Мы сюда можем свободно залезть, без каких-то там проблем. И уже конкретно все исследовать. И плакала моя задумка о обживании, в общем-то, верхних мест. Ну, имеется в виду поверхности. Так.
О, Честера. Внезапно. Так, а тут у нас что? О, дорога есть. Что эта дорога показывает? Кто тут живет? Что-то я вообще никого не вижу. А, ну вот орки, да? Привет, чуваки. Вообще надо ключей пофармить. Мне советовали, кстати, спасибо за советы в комментариях, что вы пишете. Я все читаю, конечно же, на что-то отвечаю. Ну, на то, что логично было бы ответить. Не всегда, правда, к сожалению, время оно тоже такое. Иногда хочу ответить, да забуду. Так. Вроде мы в правильном направлении движемся. Ладно, уходим отсюда. Так, а нет, 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 что-то мы еще здесь разведаем. Пока перегрев... Рева нет, конечно же, нет. О чем речь? Так, стоять, Честер, не гори. Так, иди сюда, братюня. Так, ничего. В рукопашку тушить? Ай-яй-яй. Давайте охладимся. Ну, тут какие-то места не очень такие радостные. Куча-куча костей. И это не наводит на добрый лад, я вам скажу. Как-то я не доверяю таким местам. Там лава. Ой, нафиг, уходим. Ладно, надо броню огненную и потом сюда идти. Это будет супер. А так тут особо ловить нечего. Так, ладно, остудились и уходим. Да, тут немножечко осталось пройти. И у нас уже скоро агрессия начнется, поэтому лучше свалить. Не хочу я в этой агрессии участвовать. Руды тут всякое разное много, поэтому будем сюда ходить. Ну и исследовать тогда. Земли тут придется. Что еще поделать? Что мне интересно, вот тут будет ли еще одно подземелье гномов? Или оно только в одной шахте? Вот в чем вопрос-то на самом деле. И это интересно было бы узнать. Так, надеюсь, он вылазить будет быстрее, чем залез. Ну, как-то хотя бы молча крадется. Да. Грусть, печаль. Почему такие долгие загрузки? Ну. Что игра делает в это время? Оу-оу-оу, я перегрелся. Мы можем попробовать, конечно, вот этих орков штурмануть. Но это мы уже будем делать, наверное, в следующей серии. А на этом всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И увидимся в следующих сериях. Всем всего хорошего. Пока-пока.